там интерактивно. Стул танцы, стул танцы, смотрю, тебя пока. Саня, зад, скорее всего, сейчас будет идти. А тебя убили, что ли? Нет. Все, шут, только. Пушка так вылез. Ух ты, пукал у него, как горит. Ох, как разжегся, пожалуйста. Столько трупов просто смотри, сколько видео даже не было. Столько трупов. Да, ребята, пора перевозить будет мусор. Его тут очень много. Красного сабзирного мусора. Горятая газель, блядь. И даже то, что он с ним, не помогло. Да, ребят, я остался один чувак, пошел наверх. Ох ты ж, блядь. We have some troubles. И это на самом деле было большое разочарование. Знаете, что я подумал? Вот этот вот мужик, да, напоминает солиста группы Poets of the Fall. Ну уж нет, я сваливаю. Сказал этот засранец и ушел. Я в него всю опору выпустил. Блять! Опа. Это, блядь, короче, Splinter Cell засаде. О. Снова танцуют лезгинку, парни. Да отъебись ты от меня, наглый засранец! Это вам, блядь, не Warface сидеть дрочить. Знаете, это настоящий театр. Стоишь с парнями. И ждешь. Концерт не нам на ютюбе. Опять напишут авторские права. Да. Серия роликов, которая называется «А мне все похуй». Сир, вы что делаете? Вы, наверное, Мне 26 лет уже. Мы волшебную косим трын траву. Вот а дубы колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают.
косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют. Знаете, террористы стали нервные. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трынь траву. А нам все равно, а нам все равно, твердо верим.